Вот какие тюльпаны. Вот нарциссы. В Голландиях называют нарцисселлами. Красивые вот цветочки. Смотри, какая красота это. Вот какие тюльпаны. Сейчас я близко-близко сниму. Это все в парке в Алматы. Сегодня у нас 14 апреля. Бутоны вот сегодня, возможно, раскроются. Изобилие цветов, кстати. Это вот нарциссы. В Голландии их называют нарцисселлами. Так, это вот в парке в Алматы скульптуры персонажей сказок. Вот это Карлсон и малыш. Так, идем дальше. Так. Это у нас кот Базилио, если я не ошибаюсь. Это лиса Алиса. Так, это Карабас-Барабас. Надо было написать, потому что сейчас не все дети, наверное, знают. Я думаю. Это Арлекин. Да, это Арлекин. Это Красная Шапочка. Это Буратино. Это черепаха. Черепаха, по-моему, Тортилла. Да. Ну, идем дальше. Дальше идем мы. Так. Здесь вот собачка прогулялась. Это Фиона с котом. Это знаменитый Шрек с ослом. Вот только как осла зовут, я не знаю. Это Белоснежка и семь гномов. Вот Белоснежка и вот семь гномов.
Так, это панда. Это вот панда. Это леопард. Это вот черепаха. Черепаха-ниндзя, наверное. Я не знаю. Это вот персонаж. Баба-яга с метлой. Без ступы, правда. Так, и там у нас... Ну, погоди. Знаменитая, ну, погоди. Волк. Вот. Заяц. Так. Крокодил Гена. Чебурашка. Так вот, Маша и медведь. Знаменитые. Вот медведь, вот Маша. Это уже казахские национальные герои сказок. Это вот Алдаркуси, Ташабала. Вот это все с Алдаркуси. Это Ходжа Насреддин.